Чё, как, зрители? С вами Гагатун и Своти. Здрасте, здрасте. И сегодня мы будем играть очень страшную игру под названием Layers of Fear. Я, кстати, забыл, что я ведь камеру поставил, я смотрю чисто на монитор. Ну, наверное, я так и буду большую часть времени смотреть чисто на монитор, поэтому камера... Я не знаю, я поставил камеру, и ты говоришь, что страшно будет. Возможно, я одна из немногих игр, которые я смогу испугаться, посидеть, поиграть. Испугаться, но сюжет какой-то будет? То, что ты... я не знаю, я не всю прошел, только начал, чуть-чуть для вкуса. Ну такого, вот, и мы только ощутить. Сегодня, видимо, начнем. Поэтому я не знаю, сейчас усмотрим. Ох, что-то у меня страшно, подвисло, мне кажется, так. Оно вылетит сейчас, нет? Такие черные экраны. Не, все нормально, сейчас жди черный экран. Я хочу играть. О боже! О боже мой. Это через что мне уже пройти? Я слышу, как оно корябается в моей башке. Глубже, глубже! Мои руки! Я их порезал столько раз! Об эти бутылки! Теперь я тону в холодном поту! Но тут есть выход! Какой же выход? Можно вернуть то, что жизнь отобрала у меня! Единственную важную для меня вещь! А, у меня, кстати, камера немного загораживает. Оскар Уайлд! Оскар Уайлд! А что там написано? Портрет написанный. Портрет. Это из этого, Дариана. Дариана. Оу, что такое? Графон, кстати, нормально. Я тебе сказал же, графон, видишь какой? Это все Unity. Ну это не 5, конечно. Всё-таки. Это лучше, да. А есть кнопка, если зажать Q, можно уже... На самом деле, по механике здесь очень похоже на амнезию, когда будешь взаимодействовать с предметами. Вот сейчас, вот иди дверь открой, она так открывается, как в амнезии, все. А, окей, ну это мне нравится, я люблю... Это очень прикольно, да. Графика реально хорошая для Unity, это новая Unity, наверное. Да, наверное. И главное, что круто, сначала мне казалось, знаешь, что чувак на какой-то палубе, а я в итоге понял, что он просто бухой, по всей видимости. Он просто так... Не, я такой думал, неужели на корабле? Реально, но мы же такое... вначале это не похоже на корабль. Ну, прокачанный. Я такой, а вдруг? Я сейчас немного настройки управления. А тут нет настроек управления? Нет. Блин, оно странно управляет. Я каждой игре пытаюсь настроить мышку, и всегда мне не дают это сделать. А предметы брать нельзя, кстати. Ну, то какая-то фильтрация хорошая. Какие-то фильтры освещения прикольные. В принципе, я могу тебя сразу направить, куда идти. А, я не трогал рабочий стол. Что-то не такой почерк. Тут есть какая-то версия с понятным почерком. I can imagine the mess inside. Чё тут написано? Ты можешь сказать мне коротко, что там написано? Какая хуйня, я точно забил, картины. Потому что это. Да, кстати, по поводу картины там потом. А кстати, я мог даже не смотреть ближе, можно и так разглядеть, что написано. Только там он что-то написано, там что я не трогал. Я туда не спускался в подвал. Да? Да. Но это тут как бы free-to-play же, то есть, куда хочешь, туда идешь. Не free-to-play. Я пошел наверх сначала, я не знаю, вдруг здесь начнется говно какое-то. Ну так, в этом же весь смысл, что дерьмо началось и пугало. Дерьмо начнется, но оно не думает, что оно тут начнется. Мне кажется, оно в одном месте будет начинаться. Но пока что достаточно весело. Картины разбитые. Очки. Это Лепс тут сидел, видишь, какие очки? Лепс. Можно даже взять такой. Лепс. Это так и написано, так. Читаешь сбоку, такой Лепс. О боже! Боже! Да, так и должно быть. И появляется такая картинка его такой. На самом деле это многое объясняет, я сейчас понял. Лепса. Я не спускался в подвал, по-моему. И ты такой за ухо держишься и орешь так. Нет, возможно. Вот нет, тебя нет, ничего здесь не напугает, скорее всего. То есть до тех пор, пока ты меня не начнешь. Меня здесь ничего не напугает. Конкретно. Ну внизу, в подвале тебя здесь. Ну графика правда хорошая. Угу. Мне нравится. Графика. А, на самом деле вот с этим взаимодействием с предметов, это они учатся у Дэвида Кейджа с Beyond Two Souls. Как бы как избавить человека от выбора. Просто дай ему возможность рассматривать ненужную хуйню. Вот. Да. Так, также они решили, что ордер, они, наверное, тоже изначально думали, что игра. А там они даже по сути. Они думали, что игра на 20 часов, а они даже с рассматриванием предметов игра не дотягивает. Даже да, даже там не дотягивает до 5 часов. Шеловка и картина. Я, кстати, тоже вчера долго ходил по первому этажу. Именно по первому. В подвал не решил спускаться. Смотри, как отблескивает эти. Ага. А там еще кухня. Ох, бля. Ебать! Я страшный какой-то. Размытый весь. Я же графику на максимум поставил. Ну-ка, надо. Умыться надо, там говно сейчас остается. Вода черная какая-то, нет? Ну ты расист? Какие-то проблемы?
Нет, у меня нет проблем. Мыло белое, вода черная, все нормально. Ну, видишь, ты двигаешься как бухой, в принципе, это логично. Это я тоже, кстати. Low the hell didn't they check up the. У него ниже ноги простетика. Может, он доходит, потому что у него нога. А че его шатает? Все равно. Да я думаю, потому что у него костыли вместо ноги, наверное. Вот почему. Ну, может быть. А что там еще написано? How the hell they knew? Что-то как же они знали? They didn't это? Check the land, по-моему, так там что-то типа того. Неважно. Короче. Ну тут можно все подряд открывать, но да. Видимо, это не обязательно. Ты дальше это сможешь делать, но это нафиг не надо. А это что такое? Крысиный яд, я дошел! Было бы весело, если можно было бы его сейчас выпить и закончить игру. Но... Да, почему нельзя забрать его? Хочу забрать. Тебе он не понадобится. Там еще кухня есть, если что, ты вон там, да. Кто-то что-то разбил на моей кухне. Ну тут классно, крысы, правда, бегают. И это... Кто разбил-то, крысы? Вино разлили. Не знаю, кто разбил. Смотри, какой реально... Я что-то вошел играть пугаться в игру, а такой, смотри, вот эту кровь, посмотрите, как оно все отбило. Ну это круто, вот для Unity, я тебе говорю, это прям офигенно для игры такой, я же тоже вчера прифигел. Red, Green... А, это, видимо, что ему купить... Там просто алкоголь в конце написано. Купить алкоголь. Алкоголь. На мозг похоже. Это капуста цветная. Я понял, но похоже на мозг. Я тоже так. Графон так, говно, я... похоже на мозг. Сахар. Черный. У них тут все черное, вода черная, сахар черный. Просто понимаешь, когда в играх нету черных, надо их как-то вводить сюда. Вот мне не обязательно все это исследовать, потому что я ничего не найду. Вообще в чем? Ну здесь не обязательно, я думаю, что ничего нет. Вообще можно закрыться в этой комнате с овощами и сидеть там. Быть тоже овощами. Да. Типа я овощ, они овощи, мы все. Разбитые овощи. Часы, они застряли на времени. Каком? Половина один. Нет. Да, половина. Да, половина одиннадцатого. Ну даже чуть больше. Ну чуть больше. 40. Нет, 38 минут где-то типа. Ну все, ты тут был уже. Я понял, я просто смотрю. Ничего ли я не упустил? Да ты здесь не можешь упустить. Туса не началась. А еще. Вот это. Мы там были? Да. Там были. Да? Наверное, а может и нет. Нет, не были. Тут куча мышеловок. Ну чтобы мышь ловить, видишь, и, бля, вон там. Я мышь! Дырка вон. Я мышь! Так, кстати, снимался. Они что-то не сработали. Этот, бля, Томас и Джерри. Томас и Джерри. Я думал, что ты скажешь. Том Джерри. Я смотрел такой фильм замечательный, он называется. Блин. Типа. Как уж он назывался? Там они на крысу охотились весь фильм. У них какой-то. А, я тоже помню, я такой смотрел. Особняк попался, да. Да. И они пытались эту крысу замочить, офигенный. И оказалось, что она им наоборот помогла. Да. Да, это было смешно. Трость. Я ничего не могу забрать. У меня какой-то. Я как клептоман хотел бы все забрать, все, что вижу. То есть это картина. Да, вот тут картины ёбнутые немножко все. Это такая. Это его дочь. Освещение даже... Это его дочь! Такая молния. Дочь, она живая. Так, там твой кабинет. Тут детская комната. Мячик вышел. Ты сейчас зайдешь. Зайди в детскую. Я хочу поиграть. Ну вот поиграл, доигрался, молодец. Как? Я хочу еще поиграть. Даже духи говорят тебе, играть нельзя. Это духи есть? Это что-то выглядит подозрительно. Чем заросло? Там кто-то насрал под дверь просто и все. Нельзя туда, закрыто. Нельзя туда ходить. Я же хочу испугаться. Не сюда иди, нет. Ну ладно. Она не играла, кстати. Я не знаю, как ее остановить. Она меня дико вчера раздражала. Смысле. Ну там эта музыка вот поверх еще, той, что была. Ее нельзя остановить, ты, Миш. Почему ее нельзя остановить? Не знаю, она меня не останавливалась. Кто-то перевязывал свои раны. Это дом раз. Это какой-то гам-хом ужастик только. Ты вот смотри, вот встань сзади это, в комнату. От кровати отойди. Вот видишь. Не, туда, вот да, вот здесь. Видишь, вот это. Ну, у ног кровать, не видно, кто лежит в ней. Я вчера, вот, ну ты вот видишь, кто лежит вот с этого ракурса? Про что вообще говоришь? Про какие? Про саму кровать. Ты же не видишь, кто внутри, вот из-за того, что у нее края высокие. Да, и чё? И я просто не хотел заходить, на самом деле. Я думал, вдруг ты мёртвая жена лежит. Напуган. Я такой, там мёртвая жена, наверное. Полтергейст начинается здесь. Если была бы мёртвая жена, я бы сказал, дорогая! Я думал, я ещё не попал в ад. Как ты меня тут нашла? Ой, ну, короче, да, все. Это его жена. Это да не знаю, жена? Я просто сказал так.
А там, кстати, что-то написано еще. А, у вас проблема, позвоните нам. Разберемся с крысами. Да нет, я сам разобрался. Это свечка, да? Ну, и по идее ты куда пошел дальше? Налево в детскую зайди еще. Налево в детскую смотрел. Сразу пошел. Ну да, там мячик выпал. Там ничего не будет. Там не начнется игра. А здесь начнется игра? Она начнется, по-моему, с мастерской твоей. Это вроде мастерская? А может и здесь, это не мастерская еще. Это же мой рабочий стол. Здесь я, у тебя ничего не начнется еще. Я тут пьются от меня. Он такой, блин, у меня все руки порезаны. Так хватит бить-то, бить свои бутылки. Не, ну реально, да. Где нет помойки? Че, помойку не можешь найти себе? А я ключ нашел от чего-то. А, от мастерской. Ты потом в нее пойдешь. О, это волк и красная шапочка. Круто. Мои дорогие друзья, хочу вас попросить обычный вопрос. Вы что, нахер рехнулись? Хороший вопрос, кстати. Я прохожу через сложный период моей жизни, я действительно прохожу через него. Я бы хотел... А, я хотел бы, чтобы вы сделали иллюстрации. Ну да, тут что-то про красную шапочку. Иллюстрация красной шапочки. Соберите свое дерьмо в руки. Ну, в принципе. Ну я, вот, я так всё верно. Говорю. Да. Ёпта, какая страшная рожа. Это его сын. Это какой-то ребёночек-сова. Ребёночек-сова? Да. Ты просто нормальный ребёночек. Я люблю сов, но ребёночек-сов я что-то не очень... Ребёночек-сова. У него все что-то... Заметьте, все растения у него пожухли. Да потому что... Он не поливает. Не, что он делает? Он не доносит, все разбивает, понимаешь? До растений так, не доносит тоже, так, все разбивает. Как я так двину? Я что-то сломал эту херню, смотри, она... Она не... Окей, я починил. Она чуть внутри есть. Ну, опять очки, Лепса. Так это мои очки или чьи очки? Лепса. Ты Лепс? Да, но я хочу... Ты, бля, Лепс? Вот и нет. Значит, он просто... Таким трудом открылось. А сесть можно? Нет. Сесть нельзя. Я не знаю, зачем они... Давай, начнем страшное. Пошли дальше. Я хочу узнать, зачем я стал так много пить. А, просто... ну как я читал, я об этой игре почитал перед тем, как сесть не играть, что, типа, ты играешь за такого писателя вроде Стивена Кинга. Он не совсем писатель еще, он помимо этого еще мячик. Художник. И типа, ты художник. Вроде такого, типа, писателя-художника, что... У тебя кончится вдохновение, ты не знаешь, как рисовать, и ты типа будешь подпитываться от бреда этого дома. Ты, у тебя будет вдохновение, наоборот, появляться, что ты делаешь. Ну, вот это, кстати, мило. Да, но кто ее держит? Это мне... Ну... Да, держит это псина! Это как Джек Бауэр. Джон Уик там. Это, кажется, картина Джона Уика. Там просто он в черном весь, поэтому незаметно. Не, ну... Чё это? Not like it? Или что такое? A lot like it, наверное. Lot like it, мне кажется. A lot. Lot. Не, он наоборот, он типа ребёнку своему написал. Я знаю, что ты... У тебя нету дальтонизма. Что это за хуйня? Почему розовая? А, not like it, наверное, да. И чё-то I'll like it. Типа... Я не понял. Ну, это может не его ребёнок. Куколка. Неизвестно, есть ли у него щелкунчик. Дети. Может он просто немного... Это ж... Ну, это не щелкунчик, но по идее должен он быть. Но он это не щелк. Просто солдатик, похоже. Да, просто солдатик. Здесь ничего интересного, хорошо, но... Сандар! Я нашел тебя! Реально, ты такой опять рисунок находишь и пишешь на нем. Хуйня, блядь, ты хочешь рисовать. Сука, пошел нахуй. Ребенок хуёмок, блядь. Что это за куклы? Кто эти куклы? Так я... Видишь, картины висят, хоть одна картина. Я бы в этом комнате обосрался бы быть ребенком. Не, ну, мне кажется, все картины это у него в доме, гремушка? Это его. Это леденец бесконечный. Лишь леса. Это же добрые родители такие, на тебе личный леденец. Не дожуешь. Не дожуешь. Жуй на здоровье. Все равно зубов нет, а потом... Ну, а воркшоп он снизу или сверху? Снизу. Там ты сейчас... А я ключи получил, я хочу посмотреть кровь из-за чего-то. Да ты не посмотришь, тебе туда нельзя. Тебе ключ от твоего воркшопа. Вот как ты туда зайдешь, сразу, можно сказать, начинается. Я такой в подвал. Да теперь будет весело на все.
Вот сейчас 5 начнется. Вот эта картина. Да, пацана, он заебись. Он еще и сын при этом такой, бля! Собирает, суки! Обоссался, он такой, обоссался! Это такой, ну кто убил эту тварь? А он у нее прямо на животе сидит. Может, он ее ребенок? А, и лошадь такая смотрит. Найс, найс. Это какой-то там, ой, бог. Есть такая легенда, что, мол, когда человек засыпает, он приходит, садится, ему плохие сны нагоняет. Какая-то такая хуйня. Короче, это приблизительно эта фигня, по-моему. Он это изображал скорее. Что-то у какого-то народа такая фигня. У него самый неразборчивый, тут можно как-то включить субтитры этой хуйни. Я ничего, я не понимаю, что он пишет здесь. Дир. Нет, дип. Deep throats. Короче. Давай. Не знаю, ну. You are... Он что-то, ты профессионал, это что-то типа твои первые эти, твои первые мазки. Разве это так сложно в таком духе? Наверное, он реально художник скорее, чем писатель. Вот мне тоже казалось, да, он видит, такая он потому что у него слишком много картин, я все хуже и хуже выгляжу. Да так шатается еще, так, бля. Может, поэтому прыгать не можешь. Такой, может, поэтому. Это, бля, трясет всего меня. Ну да, он поэтому ребенок такой, типа, ребенок, что ты за хуйню рисуешь? Я же твой отец, я художник, а ты да, хуйню да, рисуешь. Наверное, так и есть. Че, вот, снимаю, я сейчас сниму, и там будет весело. Нет, я, пожалуй, да. Проверю вначале. Сука, такие, снимай, блядь. Я хочу. Снимай. О, я нашел! Наконец-то! Это вдохновение. Все, сейчас такой. И пьешь такой, не выходя, такой, нахуй снимать, у меня все есть, все, что мне нужно. Вот печать какая клевая. Ну, кстати, моя мастерская так же и выглядит. Ладно. А, чё? Я снял. О, это физикс был. Да. А чё так хуёво мало нарисовано? Вот и всё, видишь, такая музыка была, потому что... Как нарисовать чё-нибудь? Я хочу взять кисти. Ну, чё, как мне нарисовать? Я не могу. А, окей. Вон, читай. В этот раз всё сделай правильно, типа. Окей, я постараюсь, а как? Нет, ты не можешь рисовать все, пиздуй отсюда. Ну что за херня? О, карандаши. Нихера у меня карандашей. А, это не... Вообще пачку взял так. Это слепившиеся разбитые кисти, окей. Это знаете, вот, когда вы ходите учиться рисовать массово, он говорят, каждый раз мойте свои кисти, мойте их, а то они в говно превратят. А вот что будет, да, вот. Да, чувак вообще не мог свои кисти, не заботился о них. Оу, кажется, мы не здесь были. Вот, 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 понимаешь? Такой, я все выключаю. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ставить палец вверх. Там... Рекомендую канал. Надпись. За окном. Я, ты что ты не со своими надписями? Не могу дотянуться, да? А что я не могу дотянуться? Что на этой картине рисовал? Это реально авторы игры рисовали все эти картины? Или это, ну, если это, да, это они просто нашли больного это человека. Должна, это знаю. Должны быть реальные какие-то картины, иначе вообще как... Бля! Сука. Пиздец. Бля, не говорил тебе ничего. Ты такой, что за хуйня такой? Первый какой-то. Я хочу просто дойти до своей спальни. Такой, я хотел напиться и пойти домой. Такой, пиздец, блять, у меня дом. Ходишь кругами. Да ладно, а чё врёте-то? Они ща... намекают на то, что рисуешь сейчас, фигню. Сейчас я начну ходить кругами, да? Да, да, козёл да. Такой, горите в аду, мазафакеры, горите в аду. Козёл, кстати, тоже какой-то бог, насколько я знаю. Ну вот, наверное, они поэтому. Да ладно, вот я в другое место пришёл. Шесть. Не, я тоже проверил. Вчера первым уже я это проверил. И 999 тоже. Я знаю, что сработает. Не, тут по-другому. 07, сука. Да-да-да-да-да-да-да. Если бы ты это вел на моем телефоне, ты бы победил, но нет. Именно поэтому. Оу. Охуеть. Потекли. Вот это меня торкает. Потекли. А как я так сделал, что они... Ну что, у тебя маг это краски 4, 8, говно, блядь. 4-8. Да, кстати, но это не краски, а растворитель. У нас растворитель. Вот мы когда учились... 4-8-5, да, что-то типа такого было. Да. Мы когда учились, у нас... наша группа нормально использовала краски, а группа другая какая-то, которая уже заканчивала.
Они какую-то просто хуйню растворяли свое масло. И там пиздец был, мы от него просто головная боль у нас каждый день приходила. Я из-за этого и дропнул это дерьмо, так лучше на ютубе ролики делать. Ты женишься на мне, он говорит. Я думаю, он что-то вспоминает, у него трипы, бэт-трипы начались. А. The past holds back, look closer. Прошлое меня как бы держит, смотри внимательно. Это он? Да. Но у него какие-то пессимистичные картины, тем более зачем рисовать одно и то же дважды? Он какой-то странный. Когда нет вдохновения, он такой. Да, так, блядь, просто сам себе реплику своей же картины. А, ну я старый, по идее, я вот этот хер. Значит, наверное, вот это и реальная его жена. Я могу что-то сделать? Там была надпись сверху над дверью. Да? Никогда не... Never forget! Спагетти, never forget. Окей. Алло, дорогая? Дорогая. Дорогая? Смотри, как тоже краска. Кто-то обосрался краской. Да, кто-то... В его доме все краска. Кто-то с редкими печами. Дорогая, хочешь срать, сри красками, пожалуйста. Наш ребенок из-за тебя... Сделай хотя бы это артистично, сука. Не то... Ты сам меднями срёшь мне на голову. А к ребенку такой, да твоя мама лучше срет, чем ты рисуешь. Такой, блядь, розовый, серьезно, розовая лошадка? Вот этот ребенок. Да. Он такой... И тут горят, по-моему, нет ничего не такого. Что-то произойдет сейчас? Ааа. Что, блять? Потайные комнаты в моем доме! Я не... Не одобрил это! Я упал то, где я был? В подвал, по идее. Я так понял, что это подвал. Блять! Ёбу, вот этого у меня не было. Вот это... А, нет, было. Или не было, не заебись. Знаю. Это какая-то хуйня страшная. Круто, кто это? Это там. Я не знаю. По-моему, это Рембрандт, но я могу ошибаться. Похож. Как сейчас вспомню. Тан-т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 ан. Ну все, мы сейчас выберемся, похоже, игра закончится. Я сейчас рычажок-то потяну. Но ебаки же не будут выскакивать. Не знаю, я не дошел. Это вот на этом я считаю остановился. Ну, главное, чтобы ебаки не выскакивали. Мне... А что, я сейчас заново упаду, если я туда подойду? Не, не упадешь. Ребенок, скажи мне! Где мама? Кстати, может это реально ребенок? Он такой, сейчас я покажу тебе, как делать произведение искусства и прибил его. Мне кажется, он отвернулся от меня. Было бы смешно, если ты на него смотришь, а он отворачивается такой. Не смотри на меня. Я не хочу, чтобы тебя видел таким. Эй, олень, как твои дела? Блять. А что, нам уходились? Угу. Дверь закрылась. Но теперь мы реально начнем ходить кругами, видимо. Ух ты, этот потек. Он просто рукой такой, не фотографируйте меня. Они все какие-то потекшие, если подумать. Или это типа... Мне на секунду показалось, что это стиль, знаешь, когда профиль и... Как бы их совмещают, и получается странная картинка. Реально, кажется, в этом смысле, нет? Возможно. Как бы две картины похоже, одного да. человека. Эти что? Это такой, блин, не смотри на меня. Пенди Плайс. Рисуй луж глубже. А у меня игра подвисла сейчас. Так. Я все нарисую сейчас. Дайте мне краски просто. Краски и три бутылки бренди. Такой, бля, все нарисую. Крыша просто в огонь убежала. Вот тупая. Окей, я... У меня, бля. Что это? Что это за хуйня? Нет! Я говорю, никаких страшных ебак! Никаких страшных ебак! Все, ну все, I'm done! I'm fucking done! Просто книжки вылетели с полок. Это вот сейчас лицо еще появится, да? Не, а он тоже какой-то потекший просто. А, вон потекший. Просто, блин, это сквозняк, наверное. Да, кстати. Да как это, персонажи в фильмах обычно. Да, это сквозняк. Да это, бля, сквозняк. У них у всех что-то все потекло. Это может его семья, вот я не знаю. Но мне нравится стиль этой картины. Я каждый раз оборачиваюсь и вижу странную хуйню. Заметьте, мне нужно... Если я медленно буду поворачиваться очень. А я не могу это настроить. Еще одни очки Лепса, только не очки Лепса. А что мне тогда делать здесь? Одежда моей женушки? Она в тюрьму попала, что ли? Что-то у меня как у зэка одежда. Бра! А, кстати, тут что-то тоже потёкшее. Типа, руки есть, а человека нет внутри.
А он был ведь тут изначально, лицо было чье-то. Теперь его нету. Spin my head right, baby right round. Мне, видимо, отсюда уходить надо, потому что я ничего не нашел. Чем заняться? Мы ходим кругами. Вот нехер дом такой покупать прокачанный. Надо было поменьше дом купить, квартирку, может быть. Ходит такой, что-то я заблудился здесь, похоже. Она подвисает что-то часто. Она подгружает, наверное, новый уровень. Кто-то стал что-то ныть. Что-то стали ныть. Что-то вот это... Вот, вот я вот тут остановился, я тебе написал, тёлка платит. Пяти мне не нравится такое. У меня и ключей нет еще, чтобы ее открыть. Но начинается. Но мы играли в пяти. Самое страшное в пяти, знаешь, что было? Что я игру закончить не смог. Потому что у меня не было... потому что, как бы, Кодзима хотел, чтобы люди это говно стримили через PlayStation. И поэтому у них должен был быть включен микрофон, и ты должен в микрофон что-то говорить. Любую фигню, в принципе. И тогда у тебя больше шансов пройти игру. А когда я играл, никто об этой фигне не знал. И поэтому я просто застрял там. Первый шаг самый сложный. И большинство людей не прошло игру. Кто прошел, они прошли его на YouTube. Потом такие залили, такие, ха-ха, я прошел. На YouTube. Мне кажется, он, знаешь, ребенка я на кухню съел. Опять попал. Да? И потом он такой, я вампир! Чеснок! Что такое? Кто же закрывает свою кухню? О, яблоки. Чё, полтергейст, что ли, за хера? Чё, полтергейст, что ли, за хера? Чё происходит? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Привет. Оружие есть какое-нибудь? Оружие, оружие. Я такой, у меня там чеснок! Он, кстати, сбил чеснок, вот сука. Это вампир, похоже. Ничего эта картина себе не таит. Сейчас дверь откроется, да? Нихуя. Ох! Это было близко. Пиздуй отсюда. Я ничего не вижу там. Яблоки из картины, что ли, попадают? Спасибо, мне хватит. Все тебя засыпят здесь. Я говорил, два яблока, я не просил. Это как ты приходишь просто на базар такой. Кожа, по-моему. Это человеческая кожа. Он снял человеческую кожу и использовал ее как холст. Ему помогло. Я же сказал, он ёбнутый какой-то. Я не хочу играть за героя, который ебанутый. Я его сын, может быть. Может, я приехал после долгого. Типа, папа, папа. Папа, да? Бля, такой, боже, бля. Как выйти из этого дома, бля? Ой, а теперь я могу рисовать, похоже. Да, вот, рисуй все, давай. Понеслась. Сейчас влепим. Ага. Вот как ты рисуешь? Ну, что само все. Я не так рисую, скажу тебе честно. Новые технологии? Это что? Артык Ведьмаку, что это, блядь? Арты к Dark Souls 3, похож. К Dark Souls 3, да. Понятно, что тут творится, ребята, понятно. Валим отсюда. Нарисовали. Ну в этом, похоже, весь смысл игры. Ты ходишь просто и ищешь дерьмо. И потом неожиданно поворачиваешься, и тебя убивают, кстати. Я, кстати, не знаю, можно умереть тут или нет. Блять, сейчас я повернусь, что-то присадил. Окей. Вот тут у меня всегда так. Я боюсь, что что-то произойдет, но ничего не происходит. Окей. Я думал, что когда я повернусь назад, что-то произойдет. Ладно, я... А тут есть лифт? Я что, не туда его тяну? Наверное, надо влево. Влево он что-то не тащится. Значит, я... вправо давай. В одну сторону. И закрой дверь, закрыть. Закрой дверь, да. Какой правдоподобный лифт. Чё ты не едешь? У меня вот в новой квартире будет такой хороший лифт, даже не слышно, как он двигается. Ты даже не чувствуешь. Такой думаешь, что мы же не едем никуда. Случай мне лестницы. Тёлка какая-то или мужик. Я, похоже, свою жену на холст променял. Или дочь. В принципе, нормально пойдет. Потом с дочкой такой, пошли, я тебя научу рисовать. Он потом ребенка променял, потому что... А, нет, я понял, что мне нужна только самая мягкая кожа. Только самая...
Только самое подойдет для моего шедевра. Давай, пойдем. Ладно, я, наверное, еще до одного места дойду. Страшного и смех мой. Он такой, ну это не страшно, я такой, ну это не страшно. Ну все, мне кажется, будет закрыт, кроме одной двери. Ну, она тоже закрыта, вот пиздос. Я бы не пошел обратно, останься тут, живи тут. Тут хорошо. Спасибо, что смотрели. О, дверь закрылась, открылась. А, ребенок сама зовет меня. Он живой? А, это картина. Ну и нахуй такие комнаты делать? Просто садишься. Цени мое искусство такое. Закрыть дверь тут? Я пытаюсь. Мы с ума сошли. Сейчас они опять на тебя все упадут. Ключ. Он сейчас упадут, мне кажется. Сейчас что-то будет. Ребенок сова тебя убьет. Ребенок сова меня убьет. Дверь закрыла, что-то поменялось из-за тебя. Я ключ должен был взять. Хотя, а мог я не закрывать? Наверное, если бы я закрыл. Если бы я не закрыл дверь, она бы сама закрылась, как только я взял ключ. Наверное, может быть. Я скрипты ваши знаю. А, ну смотри, рисует. Ой, играет, точнее, ноты. Чудо остановилось, это было прекрасно. Потому что ты убил ее и нарисовал на ней что-то, наверное. Если он говорит, играй мне, я хочу закончить картину. Да не заставляй меня просить тебя. Она такая, запроси меня, он такой, сука, я тебя убью сейчас. Картина что-то поменялась. Гниет. Кто ж так гниет, как эта хуйня? Да все нормально, выходи. Эффект гниения, дерьмо. В Silent Hill первая часть лучше было, я тебе говорю. Графика вообще отстой уже. Лифт что-то застрял у нас. А это чтоб ты не уехал. Я так и знал. Ой, бля. А чё, куда все краски потерялись? Кто все краски украл? Чё, нарываешь сейчас? Ты. А еще что-то потекло снова. Что там нарисовал? Маг. Все картины текут, что за фигня? Это понимаешь, это когда ты рисуешь много маслом и живешь потом на вулкане, то у тебя все картины текут. Ой, что там мыльно так? Дальность прорисовки хуйня. Графон даже не сделали, вообще не связаны. Кто гавкает? Не надо гавкать. А, псина гавкает. Псина, привет! Я бегу к тебе! А, может это собака была? Ой, бля. Она в аду теперь. Спеклась, похоже, наша. Спеклась. Он просто, знаешь, когда он рисовать перестал, еды не было. Он и ест. Да, такой, папа, что у нас на ужин? Кушай, доченька, кушай. Жорик у нас на ужин. Если рисовать не научишься, скоро будешь ты на ужин. А ты будешь на ужин. Это было зеркало. Я в него вошел. Ой, выходи оттуда. Я не могу выйти обратно. Ну блин. Вот, молодец! Голос! Кто тебя голос! Отсюда? Наверняка родных всех убил и застрял. Алло, в кто говорит? Самый глупый смерть. Какой огонь? Телефон даже сломан. Как он звонил? Она... А у него кто-то умер, какой-то огонь. Слышишь? Я в пути. Все картины текут, это значит, что что-то сгорело у него. Да, ну конечно, у него жена сгорела. Он говорит, я уже бегу. А из дочки он потом картину сделал. Это не может на... Это нельзя решить. Это нельзя вернуть назад. Не выходи туда. Там что-то все разбито. Поверишь? Ну, ты говоришь, там все сломано. Жизнь сломана. Это, наверное, закрыто. Окей, тут открыто. Нет, я хочу вернуться. Нет, я не могу. Нет. Да я попал. Крысы. Как там прошли? А, там вообще-то есть. Живу один, крысы везде. Крыса? Точа? Точа. А крыса знаешь почему? Потому что мертвые, наверное, тела. Сгнил пацан, да. На них ходят, там жрут. Может он сам умер? Может он сам крыса? Тони, пора валить его, Тони. Я, сука, нашел крысы. Да все, это последняя комната для меня, кажется. Что-то произойдет здесь, какая-то параш. Блять! Что? Да просто сломалось что-то там. Ну опять говорю, сквозняк, сука, окна надо закрывать просто. Крысы? Крысы, да, крысы прибежали. Это все крысы! Все.
Я говорю до последнего, эта игра, она не будет тут никогда остановки. Ты вроде ходишь, 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 ходишь. Это не амнезия, тут не будет момента, где на тебя выскочит ебака. Окей, что происходит, блять? Может, у тебя выскочит ебака, я не знаю. Он такой, ну-ка, какая ебака. Не надо, ебаки, не надо. Я просто буду спешить отсюда убежать. Мне кажется, стол! Нет! Нет! Такой, знаешь, такой, нет! 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 Просто у него с ногами проблемы, он, видимо, такая хрень боится. И краска. Может, у него жены проблемы. Да у него с ногой же что-то, не у жены. Может, он из своей ноги картину решил сделать, поэтому у него ноги нет. А что тут закрыто? Как открыть? Садись. Ну, открыто. Довезешь? Го-го-го. Почем довезешь? Давай довезти, короче. И на этом сочтемся. За сколько до города довезешь? Да это недалеко. Эй, бля, я хотел туда пройти. Надо туда заходить. Я хотел туда. Кто двери закрывает? Смотришь, замок. Сквозняк. Уже, блин, все здесь. Открылось, да, уже все передумал, иди нахуй, сука. Она такая, я не одета. Все готово. Кто выбил дверь? Дорогая, хватит двери убивать. Чё, как цена включает? Сейчас будет страшно, мне кажется. Там в кровати лежит ебаклака, наверное. Ничего не знаю. Сам так понял? Да, да, я так не думал. Головой я просто подумал, по катсцене. Видишь, как я могу в ванну рукой поворачивать. А что тогда мы тут делали? Я даже ничего не нашел. Походи тогда. А записка? Нет, она ничего не читаема. И так не читаема, никак не читаема, похоже. Круглые очки. Печать опять. Жопа ваша печать. В жопу ваши бутылки ключик. Всё. А, вот еще. Ой, ой. Дверь открыл, дверь не запилил. И вот поэтому ключик тебе дали. Нет? Ой, не смотри назад. А что ты? Ну все, в кровати сейчас будет хуйня лежать. Я тебе отвечаю. Всё лежит уже, смотрит на тебя. Нет? А чё? Да чё за фигня, ребята, с кроватью-то? Двери не открываются просто. Кто-то хрумкает со стеной. Окей, опять? С плесенью надо бороться сразу. Это хватит! Прекратите! Я внутри. Что значит сгниешь заживо? Вот что значит? Он такой стучит такой. О-о-о! Открыто! Вы сами закрыли, чего вы стучитесь ко мне? Короче, блядь? Дом загорелся, и он спрятался от своей жены в комнате, там все сгорело и вместе. Нет, они сами закрыли дверь, и потом такие стучат, типа, ну-ка, открыл. Ой, смотри, понос. Жена, да, срала, как... Знаешь, как эти собаки иногда на лапах такие идут, да, трутся жопой об этом. Так же это, на срала и... Жена такая бегает, короче, на жопе такая ездит по дому. Ой. Тебе ради интереса... А, она в картину, что ли, ушла? Не, ну хоть что-то сделала в своей жизни. Потекла опять. Чё это? Просто. Хватит! Этот дом невероятен просто. Знаете, лестницы. Я думаю, с моей ногой тебе придется меня нести до моей комнаты. Она такая, нахуй пошла. Это была их первая брачная ночь. Обычно вносит невесту, а там невеста вносила его. Пойма. Мне так кажется. Это многое бы тоже объяснить. Ладно, все, последняя комната. На этом точно посмотрим. Нам надпись. Первый шаг самый сложный. Да мы уже 30 было. Шагов сделали. Первый шаг самый сложный, мне в задницу. Все, давайте послушаем музыку. Золотой граммофон. Все, поехали. Вот туда. Вот тут боялся. А тут, наверное, наверняка рано или поздно труп какой-то будет. Смотри, как она странно провисла. Там кто-то... Да нет, там никого нету. Ну, может быть. Она какая-то странная. Нарисовал. Такая, сдохни! А, мне нужно было довести до конца задачу. А вот тогда появится кто-то, наверное, как доведёшь. Я крути... не могу. Не, справа, ручка. Запустил хуйню? Все, да, в кровать посмотри. Мне кажется, теперь там должна быть хуйня. У нас стены текут, похоже. Нет, никого. Опять! Блин, все, фига. Это Silent Hill какой-то. Это Ямада, там были хотя бы сисястые медсёстры, а тут таких даже нет. Вау, нихера себе графон. Потекла вся. Все потекло. Тут что-то прям вообще какое-то уже шарады. Бля, смотри, как течет. Кровь.
Ой, ёп, красота. What the fuck is going on? Он засунул вену себе в рот, то есть трубку себе в рот и кровь из вены сосал. Fucking bastard. Я не додумался до шприца. Действительно, какого хуя ты не додумался до шприца, брат? Я не знаю, какая-то охуенная кислота у вас здесь. Охуенная кислота, да. Как не выйти? Сплавилось, да. Все, это конец. Опять заводишь сейчас? Ну я не знаю, что делать дальше. Нужно довести начатое, наверное. Я наоборот застрял. Может я на этом и закончу тогда серию, я не знаю, что делать дальше. У меня есть, типа, кровь. И чё, она идет под кровать. Да, но я не могу. Присесть, да? Я не могу ничего сделать. Подходи к шкафу, посмотри, что. Пластинку вынь. Тут что ты можешь сделать? Вот, что ты сейчас сделал? Тронул что-то там. Вот это что? Вот ты запустил, да? А, я реверс, по-моему, включил. Во, реверс надо, да-да-да-да-да. Все правильно, крути, теперь в обратную. Избавляйся. Нет, это сейчас она в обычной стиле. А в обратную надо, да. Че, на обратно ты че? Да, нет. Она работает там? Ну да, она работает, она играет. В обратную сторону. Но работает? Это не помогает. Не помогает. Она изначально шла в правильную, то есть она изначально в обратной скорости шла. Тогда ставь правильно. Но мне не помогает это ничего, тебе так скажу. Ну ладно. Ну и хер с ним. Да. Не очень-то и хотелось, я вот дверь еще открою. Ау! О, видишь? И как это, я даже не смотрел. Сделай еще раз! Сделай еще раз! Ладно, нет, я закончу на этом, наверное, серию. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если вам понравился, то не знаете, еще раз говорю, подписываться на канал, ставить комментарии, ставить палец вверх, также на канал, друзья. На это все! Пока и... Обдя-обдя. Надеюсь, в следующей серии, возможно, собственно, все зависит от вас, будет ли следующая серия или нет. Я просто в эту штуку засуну голову свой такой. Соти, ты как? Хорошая игра. Понравилась тебе игра, да? Очень. Да, это хорошо.